Добрий вечір. Вітаємо вас на телеканалі «Медіаінформ», в ефірі проект «Ми». Тема нашої сьогодні зустрічі – це приватні виконавці. Саме тому до нас прийшов сьогодні саме приватний виконавець виконавчого органу Одеської області – це Шипков Єгор Олексійович. Добрий день. Здравствуйте. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке приватні виконавці, яким чином вони здійснюють покладені обов'язки, яким чином вони відрізняються від державних виконавців і що нам дає цей інститут взагалі. Чи є плюси з приводу того, що даний інститут був все ж таки на сьогоднішній день введений до системи правоохоронних і виконавчих органів нашої країни. І так, хто такий приватний виконавець, яким чином на сьогоднішній день приватні виконавці, які, точніше, рішення вони виконують і яким чином відрізняються від державних виконавців? Що таке приватний виконавець? Доброго дня. Постараюсь максимально лаконично рассказать о своей профессии, замечательной профессии частного исполнителя. Сильно буду стараться уложиться в эфирное время, понимаю, что у нас всего около получаса. Кто такие частные исполнители? С появлением новой редакции закона об исполнительном производстве у нас появилось такое понятие, в принципе, которого не было раньше, институт частного исполнения. Также был принят закон про органы ТОСИП, что здесь не про слово выполнение решений. Судових рішень та рішень інших органів. По суті, частний исполнитель – це уповноможене государством лице на осуществлении действий принудительного характера при исполнении решений суда и других органов, уповноможене государством со всеми, в хорошем понимании этого слова, вытекающими последствиями. В чем плюс? Ну, вы понимаете, я могу сказать, может быть, свое субъективное мнение. Плюс, наверное, заключается в том, что, ну, самый главный плюс, мое мнение, снова-таки повторю субъективно, частный исполнитель нацелен на фактический результат. То есть мы абсолютно не гонимся за статистикой, мы не гонимся за каким-то показателем иллюзорным, может быть, где-то. Вот, мы работаем сугубо на результат, мы работаем на исполнение решения суда, потому что одним из принципов исполнительного производства является неупередженность, то есть, ну, по сути, частный исполнитель, он в каком-то понимании этого слова медиатор, наверное, то есть его задача помочь сторонам, то есть в данной ситуации должнику и взыскателю найти просто компромисс и урегулировать проблемный вопрос. От питання, ви кажете про те, що, на вашу думку, приватний виконавець роботи на результат. Перш за все, це пов'язано із його особистістю, так? Я розумію, що приватний виконавець кожний робить на своє ім'я, я так розумію. Тому, напевно, основна відмінність державного виконавця, що державний виконавець все ж таки діє від імені відповідного виконавчого органу, державний виконавець – це особистий суб'єкт. Ну, це така аналогія собі приватного нотаріуса. Чим краще ти виконуєш свою функцію, тим більше в тебе буде клієнтів відповідних, ім'я буде високого рівня, і таким чином, ну, досвід виконання буде відповідати фактичному статусу того чи іншого приватного виконавця. В яких странах ще, окрім нашої країни, чи притаманно це пострадянським країнам, чи все ж таки це західний досвід здійснення приватного виконання? Ну, як я вже сказав, повторюсь, з прийняттям нового закону ми, можна так сказати, присоединились до великої європейської правової сім'ї. У нас появилась смішна система виконання судебних рішень і рішень інших органів. В качестве примера можно привести наших ближайших соседей, Республика Молдова, к примеру, вот если что касается постсоветского пространства, Литва, Грузия та же. То есть вот, допустим, мои коллеги ездили по обмену опытом на различные мероприятия, в том числе и в упомянутые мною страны. На самом деле, там институт частного исполнения действует намного дольше, там где-то есть смешанная система, то есть там есть и частные, и государственные исполнители. Есть сугубо прерогатива частного, сугубо, вернее, прерогатива исполнения решений суда других органов принадлежит частным лицам, то есть, допустим, та же Литва, вот они ушли полностью от исполнения государственными исполнителями. Если брать, допустим, другие страны, в том числе страны Европейского Союза, ну, мы взяли за модель, мы, я имею в виду государство наше, Украина, мы взяли за модель французскую систему, у нас пока смешанная система, хорошо это или плохо, но я думаю, время покажет, потому что относительно новый институт в нашей стране, и всего-то работает, ну, с 2016 года, пока на самом деле, ну, может быть, где-то рано делать выводы с одной стороны, но с другой стороны, вы знаете, как говорится, статистика вещь упрямая, и с появлением института частных исполнителей процент фактически исполненных судебных решений, он возрос в разы просто. Вот для сравнения, допустим, состоянием на
2019 год, если я не ошибаюсь, оно составило порядка там около 40%, то есть там 38-38,5% примерно. То есть для сравнения, допустим, если взять там условно 5 лет назад, то процент був намного-намного ниже. То есть... Тобто ефект відповідний є. Конечно. Змішана система. Ви кажете про те, що тобто, якісь функції все ж таки державний виконавець – це його виключна компетенція. Чи всі види рішень ви маєте право виконувати, чи все ж таки прерогатива за державним виконавцем в окремому виконанні залишається? Ну, у нас, понимаете, у нас сложилась така ситуація, що у нас є определенна категорія рішень, які частний исполнитель не може виконувати на сьогоднішній день. Условно, це взискання з государственних органів в пользу государства. Ми не можемо исполнять судебное решение о встановлении порядка побачення с дитиною. А в целом, ну, то есть, в целом, как бы частный исполнитель большинство всевозможных решений исполнять может без проблем. Это касается и имущественных, то есть, где идет взыскание денежной суммы, это также не имущественных, то есть, условно, там, обязательства вчинити певні дії, або отримати ці види їх вчинення, в том числе элементы. То есть, элементы частный исполнитель имеет право тоже исполнять, и, в принципе, проблем там никаких нет. Питання взаємодії з іншими органами державної влади. Ну, напевно, так як державний виконавчий орган – це орган державної влади, їм набагато простіше спілкуватися з іншими органами, адвокатами, нотаріусами. Чи в даному випадку немає диференціації? Ви на таких же правах здійснюєте свою діяльність професійно? На самом деле, на таких же правах ви дуже правильно сказали. І огромний прогрес в цьому розумінні прийшов, наверное, з 2016 року, тому що перше время, коли я, будучи тогда еще помощником частного исполнителя, условно приносил там документы в суд, примеру, сдать, и на меня в канцелярии сидели, смотрели квадратными глазами, не понимали, кто вы такие, ребята, откуда вы взяли, что за частный исполнитель, кто это придумал. Здесь было очень много вопросов, но на сегодняшний день люди уже, в принципе, привыкают и к стандартам нашей работы. Нас узнают уже, в том числе те же адвокаты, те же госорганы, с которыми мы взаимодействуем. В том числе органы полиции, суды. То есть нас уже, в принципе, знают, мы работаем, все замечательно. И перспективы есть хорошие, я сильно надеюсь. Ну так, звісно ж, в будь-якій діяльності повинен бути ефект. А в даному випадку, якщо ми кажемо про те, що ну, здійснюється виконання, який процент рішень на сьогоднішній день все ж таки в більшій часті ви виконуєте? Це стягнення і чи в більшості це юридичні особи чи фізичні особи? Хто звертається частіше і з якими вимогами? Смотрите, если мы посмотрим на этот вопрос в разрезе сторон, то, допустим, у нас подавляющее большинство, ну, у меня лично, по крайней мере, в моем портфеле подавляющее большинство дел – это взыскание в пользу банков и других юридических лиц. Но должники в подавляющем большинстве – это физлица, вот в подавляющем большинстве. Но немало процентов и юридических лиц. То есть это часто идут споры, условно, там, между компаниями. Они судятся, мирятся, по итогу приходят к нам, мы им поможем найти им. Помогаем, вернее, найти им потом точки соприкосновения и помогаем найти им компромисс. Но здесь есть небольшой нюанс, мы помогаем найти компромисс с позиции силы, потому что у нас есть, как я уже сказал, повторюсь, определенные полномочия, которые предоставило нам государство в сфере исполнения решения судов других органов. И поэтому как бы, ну, нам где-то проще, может быть, находить им компромиссы. Так, хто не розуміє, допоможемо зрозуміти, я так розумію. Які вимоги до приватних виконавців на сьогоднішній день існують? Що повинен мати за собою там юрист чи будь-який інший фахівець для того, щоб стати приватним виконавцем? Ну, для того, щоб стати частним виконавцем, чоловік проходить обучення на курсах. Це юрист? Это юрист однозначно, это юрист, у него должен быть диплом не ниже 4 уровня, условно это специалист по старому, либо же магистр права. Он проходит курсы, получает сертификат о том, что он прошел эти курсы, он получил определенное знание в сфере принудительного исполнения, после чего он имеет право подать документы в Министерство юстиции Украины. Если он подходит по всем параметрам, назначается экзамен, человек сдает экзамен. Ну, и на самом деле, в этом всем история только начинается. Дальше все намного сложнее. Я просто говорю о том, что, допустим, если человек сдает экзамен и получает удостоверение частного исполнителя, это не значит, что он становится частным исполнителем. Очень-очень много различных требований. Требований, может быть, в хорошем понимании этого слова препятствий. Потому что для того, чтобы стать частным исполнителем, нужно внестись в единый реестр приватного виконавца. Для того, чтобы внестись, нужно пройти проверку офиса. Ну, то есть очень-очень много факторов, которые влияют, собственно, на то, чтобы человек смог стать этим частным исполнителем. То есть прохождение курсов и успешная сдача экзамена, это, к сожалению, не панацея, и она не дает права заниматься этой деятельностью.
в даному випадку, чи є в цьому зв'язок з вартістю послуг державного виконавця і вартістю послуг приватного виконавця відрізняється? Я не кажу про цифри конкретні, але ж це більш дорога послуга чи ні на сьогоднішній день? Я не буду казати про ефективність. Взагалі, що розцінки приватним виконавцям дозволяється встановлювати самостійно, і держава якимось чином регулює це питання? Вопрос интересный. Смотрите, на самом деле доход частного исполнителя состоит из двух моментов. Это основная вынаграда приватного выконавца и додатковая вынаграда приватного выконавца. Я на самом деле хотел об этом рассказать немножко попозже, более подробно, но я думаю, что мы к этому вопросу еще вернемся. Смысл заключается в следующем. То есть, условно, человек приносит исполнительный документ о взыскании энной денежной суммы с физ. Или юрлица. При открытии исполнительного производства частным исполнителем в данной ситуации вносится постанова про стягивание основной вынаграды приватного выконавца, которая составляет 10% от суммы взыскания. Что касается додаткового вынаграды, закон у нас предусмотрен... 10% это и для приватных, и для державных, чи ні? І для приватних, і для державних, але державні виконавці, вони стягують виконавчий збір, а не основну винагороду. Угу. Тобто, на самом деле, по суті, для должника це те ж 10%, але природа абсолютно різна. Угу. Тобто, допустим, виконавчий збір взискується в государственный бюджет, основна винагорода – це доход частного исполнителя. Угу. Тобто, по суті, для должника, на самом деле, разницы нет, по суті. Для исполнителя разница колоссальная. Что касается услуг, насколько я знаю, государственные исполнители вообще не берут деньги, на самом деле, за свои услуги, они обязаны. Я кажу так взагалі, що це послуга, це дійсно функція держави, да, щодо виконання, конечно, якщо конечно. Це державний орган. Конечно. Ну, все ж таки, досить багато нарікань, що і державна виконавча служба досить недешево коштує громадянам, які бажають виконати ці рішення, ну, наскільки мені відомо. Ну, понимаете, у нас в нашем профильном законе, в законе Украины про виконавче провадження, есть замечательная статья, если не ошибаюсь, 26-я, в которой, насколько я помню, ну, условно, год назад было обязано взыскателя авансировать затраты на проведение исполнительных действий, которые составляли по имущественным исполнительным производствам 2%, ну, не 2% от суммы взыскания, но не больше 10 минимальных заработных плат. Но эту норму, этой статьи признали неконституционной, и теперь... Таких припон немає. Конечно, так. Конечно. И на самом деле взыскателю стало намного проще. По поводу дороговизны, по поводу стоимости услуг, я уже сказал, по поводу государственных исполнителей, по поводу частных исполнителей. Та же додатковая награда, о которой я говорил, она только при согласии с взыскателем. То есть, условно, если, допустим, частный исполнитель и... Домовились? Конечно, конечно. То есть нет необходимости тратиться больше, допустим, если вы не договорились. Основная награда взыскивается с должника. Также все затраты на проведение действий, это условно там изготовление оценки там субъектом профессиональной деятельности, другие затраты на транспортировку транспортного средства изъято, то есть там всевозможные будут, это все ложится на должника, в том числе и вытраты, повязанные и с розшуком, возлагаются на должника. Якщо ми кажемо про аналогію приватних виконавців, приватних нотаріусів, на сьогоднішній день реєстратори також так намагаються здійснити, приватизувати цю структуру. А заходи відповідальності і міри відповідальності на сьогоднішній день у виконавців також набагато більш весомою в розрізі, ну, якщо ми порівняємо державного виконавця і приватного виконавця, чи в даному випадку підлягає страхуванню даний вид діяльності, яким чином держава забезпечує ефективність и правомерность дій державного виконавця? Хороший вопрос, спасибо. На самом деле предусмотрена законодателем обязательно страховка деятельности приватного виконавця. То есть, допустим, вот я сужу по себе, допустим, вот мы когда начинали свою деятельность, обязательно, да, мы застраховались для того, чтобы, может быть, обезопасить себя и взыскателя от определенных рисков, которые теоретически могут возникнуть, да, в процессе осуществления нами деятельности. Вот, но вы знаете, по поводу, возвращаясь к предыдущему вопросу, говорили по поводу разницы державных выконавцев и приватных выконавцев. Повторюсь, это мое мнение, это мое субъективное мнение. Лучший показатель нашей работы, помимо того, что процент фактически выполненных решений возрос в разы, отсутствие жалоб от взыскателя. Допустим, вот что у меня, к счастью, что у моих коллег, вот с кем мы общаемся, с кем мы пересекаемся, ни одной жалобы от взыскателя не было. По одной простой причине, что частный исполнитель, он не может бездействовать, потому что если он будет бездействовать, это удар первым. Ну, его хлеб, конечно, так? Это удар по его репутации однозначно и удар по перспективе, потом, в принципе, занятия этой деятельностью. Поэтому работают все частные исполнители, кого я знаю, все работают даже не на 100, на 150%, и все довольны.
специфіка на сьогоднішній день, ми це питання затронули, але ж в даному випадку, оскільки цей інститут новий, напевно, все ж таки він розвивається, ви якимось чином ініціюєте якісь зміни до законодавства з питань регулювання діяльності приватних виконавців, якимось чином обмінюєтесь досвідом, яким чином йде процес розвитку цього інституту і яким чином здійснюється обмін досвіду між приватними виконавцями різних стран, якщо ви зазначили про те, що ці інститути вже досить давно і плідно працюють у різних інших странах. Ну, то, знаете, мне на самом деле посчастливилось побывать на разных мероприятиях подобного уровня при поддержке организации «Право Джастис», если я не ошибаюсь. Вот они сейчас курируют подобные мероприятия. То есть это всевозможные заходы и в хозяйственном суде, и в західному господарському суді проводилось, и на платформе Рада приватных виконавців в Одеській області проводились подобные мероприятия. Это конференции, это круглые столы, это всевозможные общения на официальном уровне. И знаете, на самом деле очень интересно слушать других частных исполнителей, допустим, там из других регионов, из города Киева, других округов исполнительных, потому что в любом случае условно проблема одна и та же, но взгляд может быть разный. Так. И когда мы делимся опытом, ну, на самом деле, я думаю, это плюс для всех, это замечательно, что у нас есть такая возможность, это огромный-огромный плюс и огромная-огромная заслуга глав всех рад, наверное, приватных виконавців регионов. И опыт, да, обмен опытом идет постоянно, это замечательно, на самом деле, мы безмерно этому рады. А який контролюючий орган здійснює там контролювання вашої діяльності? Це Міністерство юстиції чи якийсь інший? В тому числі Міністерство юстиції, да, дисциплінарна комісія приватних виконавців. Ну, знову таки повторюся, стягуючи, слава Богу, не було ні одної жалоби. Должники жалувались, так і жалуються, тому що... Ніхто не хоче виконувати конечно, рішення. Звісно, звісно, це віддільна, на самом деле, це віддільна больна тема, може бути, коли пообщатися, може бути, в другій програмі, є на самом деле, о чому розказати. Люди просто злоупотребляют своими процессуальными правами, пытаются всячески просто уходить от исполнения решений судов и решений других органов. Потому что, знаете, мне кажется, это может быть где-то на уровне менталитета. То есть людям не хочется просто этого делать. Логика простая. Зачем платить, если можно не платить? В практике какие-то курьезные випадки бывают? Может, попрошусь нам повідати? Курьезные? Чи специфичные, мабуть? Специфично, но вы знаете, у меня был не так давно интересный случай, ну не знаю, насколько это интересно, насколько это специфично, но смысл в том, что, как мы говорили в самом начале нашей дискуссии, мы взаимодействуем часто с другими органами, в том числе и с органами полиции. Вот я знаю, что мы столкнулись с такой проблемой, что, допустим, постанова про розшук приватного виконавця, оно очень-очень-очень плохо исполняется, очень плохо. Розшук? Розшук, да, транспортных засобов. У меня была такая ситуация, что автомобиль в розыске, должник уведомлен, он и пытался жаловаться, он и пытается жаловаться, то есть всячески он уходит из исполнения решения суда. Небольшой город, то есть я не буду говорить, какой это город, это в Одесской области, вот, и должник просто взял и уехал. Звонок на горячую линию 102 результата не дал, как бы мы до сих пор с ним боремся. І поки він безнаказаний, але я думаю, що це временно. Питання виконання в рамках того, що ми там морська держава, якісь тут виконання були цікаві, можливо, ні? Чи в даному випадку ніяких специфік в цьому випадку не буває? Специфіка буває доволі-таки часто, але у нас, розумієте, просто, допустим, якщо взяти, как я уже говорил, ограничения по категориям дел, которые можем исполнять. Ну, допустим, там тот же державный морский порт, там, условно, Миста Южный, может быть такой вариант, что мы не можем это исполнять. То есть, допустим, если статка в статутном, частка в статутном капитале данной юридической особы, да, так, превыше 25%, мы не можем просто брать и выполнять. В целом, на самом деле, бывает исполнение, связанное и с морем, и с портами. То есть, вот у меня лично не было, но было одного моего коллеги, интересное исполнение решения суда. Он исполнял ухвалу господарского суда, нужно было зобов'язати судно, зайти в док и разгрузиться. То есть, ну, по крайней мере, я уверен, что никто в Украине подобного ничего не исполнял. А каким чином технично выполнил? Ну, технично, ну, нужно было подняться на судно сопровождение пограничника. То есть, поднимались на судно, с переводчиком разъясняли капитану судна о том, что вот необходимо выполнить условия данной ухвалы. На самом деле, эпопея растянулась на почти 5 часов, вот, но по итогу победы, по итогу все было замечательно, по итогу мы это исполнили. В данном випадку існує якийсь рейтинг державних виконавців чи інститут самоврядування виконавців, яким чином спільноту об'єднуєтесь чи ні? Конечно, существує і Рада приватних виконавців регіону, существує Асоціація приватних виконавців України. Взаимодействие, да, идет на всех уровнях, и взаимодействие идет непосредственно на местах. Ассоциация приватных виконавцев – это объединение, добровольное объединение всех виконавцев, так я разумею? Так.
І в даному випадку, ну, вони як орган, я не знаю, самоврядування мають право законодавчої ініціативи, так я розумію? Ну, тобто на якомусь етапі звертатися і отримувати відповідну стратегію розвитку. Щодо питання спільної діяльності, можливі якісь моменти, напевне, я так скажу, конфлікти інтересів між державним виконавцем та приватним виконавцем. Тобто, в даному випадку, якщо виконавче провадження є там частково державного виконавця, приватного, в даному випадку є якісь питання щодо обов'язковості передачі там тих чи інших справ до державного виконавця чи приватного? Яким чином виходять в даному випадку, скільки боржники, наскільки мені відомо, якщо вони боржники, то в цих проваджень виконавчих, в них дуже багато. В даному випадку, яким чином справляєтесь з інститутом різної підвідомственності тих чи інших справ? Ну, знаєте, на самом деле, на сьогоднішній день не существует порядка передачи таких дел, таких производств. То есть, условно, взыскание... Ну, не зловживать, я с цього приводу розумію поняття, зрозуміли, скористатися вашими послугами для того, щоб піти, уйти від державного виконання. Чи навпаки, можливо, чи ні? Я думаю, практично нереально, на самом деле. Ви знаєте, скільки мені говорили про ту же державну виконавчу службу, там огромне кількість теж професіоналів і дуже багато порядочних людей, на самом деле. Ні, я не з приводу їх непорядності, а з приводу непорядності боржників нерадивих. Ну, вы знаете, это абсолютно не решение вопроса, потому что, допустим, вот в моей практике у меня есть должник, физлицо, в отношении его открыто производство в нескольких органах державной выполнительной службы, открыто у меня исполнительное производство и открыто у другого частного исполнителя. И, тем не менее, оно исполняется синхронно. Тобто, об'єднання їх необхідно здійснювати там, через об'єднання чи передача дел к одному виконавцю до іншого? Тобто, немає. Нет, обязанностей нет. Обязанностей нет. Тобто немає в даному випадку? На самом деле, в этой ситуации, то, я думаю, что больше прерогатива и права взыскателя. То есть, если, допустим, ему интересно, чтобы один частный исполнитель занимался взысканием с одного и того же лица, может быть, ему так проще, да, тогда можно объединять исполнительное производство в одно, но это при условии, что взыскатель забирает исполнительное производство в державной выконавчей службе или в другого приватного выконавца, передает другому приватному выконавцу, одному единственному. Може бути, це где-то йому легше буде. Но в цілому порядка передачі не существує на сьогоднішній день. Існує попит на дану професію, велика ли кількість в Одеській області, я не кажу про всю Україну, в Одеській області, чи велика кількість приватних виконавців, чи навпаки переповнений цей ринок? На самом деле, моє мнение, що ринок не переповнений. У нас на сьогоднішній день порядка 17 чоловік дійсують по Ісмутському округу. По Ісмутському округу Одеської області, да. Тобто нас більше. Ну, це невелика кількість, напевно, так? Ну, учитывая нагрузку, наверное, учитывая нагрузку, учитывая процент неисполненных решений в целом по региону и по стране, я считаю, что небольшой процент, небольшое количество, вернее. Ну, просто, понимаете, для того, чтобы увеличивать количество, это, снова повторяюсь, мое мнение, нужно вносить изменения до закона Украины про виконавчих провадження. То есть, условно, те категории дел, которые не могут исполнять приватный виконавець, нужно сделать так, чтобы он мог их исполнять. Соответственно, тогда будет нагрузка ложиться одинаково и на государственных исполнителей, и на частных исполнителей. Це в більшості в минулому державні виконавці, ті, які становять приватними виконавцями, чи це, ну, особисто ви, чи були ви в структурі державної виконавчої служби, чи це ваша первинна діяльність якості приватного виконавця? Ні, я працював в органах державної виконавчої служби порядка 3 років. С чего я работал, ну, на должности. Ответственный. Конечно, да, да. У нас получается, понимаете, в чем на самом деле специфика, может быть, этой работы, на самом деле заключается в том, что, несмотря на то, что, казалось бы, сфера достаточно узкая, то есть принудительное исполнение, по сути своей, человек, который имеет опыт, условно, работы в банке, опыт работы в правоохранительных органах, оно везде может пригодиться в деятельности, допустим, частного исполнителя. Опыт обязательно нужен, ну, желательно, по крайней мере, иметь такой опыт фактически. Потому что, понимаете, если человек на 100% знает теорию, не зная практику, ну, мое мнение, что результата не будет однозначно. Ну, і особисті якості, я думаю, приватний виконавець – це особа, яка працює перш за все з людьми. Ви правильно сказали, знаю, про те, що вміння медіації, так, я, напевно, і налагодження контактів з людьми. Питання виконавчого органу ще. Ви сказали, що виконавчий орган округу Одеської області. Тобто, да, ваша діяльність можлива тільки в межах Одеської області, так я розумію, без прив'язки до районів чи ні? Ну, не зовсім. Смотрите, у нас, на самом деле, історія следующая происходит. У нас
когда открыто исполнительное производство, вернее, когда мы открываем исполнительное производство. То есть мы имеем право открывать, что касается майновых, да, в нашем проваживании, мы имеем право открывать производство по месту нахождения фактическому либо прописке должника, либо же по месту нахождения имущества. Но есть нюанс интересный. Допустим, если должник зарегистрирован, предприятие зарегистрировано в городе Одесса, там или город Белгород-Днестровский, неважно, и в процессе принудительного исполнения мы выявляем имущество в городе Киеве, например, мы проблем нет, мы можем выехать, описать и точно так же реализовать через державное предприятие СОТАМ, через открытый аукцион. То есть проблем с этим нет, на самом деле. Ну, фактично, це Одеська область, і при необхідності відповідних дій це на території всієї держави, території України. Конечно. Ми сподіваємося в те, що ваша діяльність буде все ж таки успішною, і процент виконання судових рішень буде напряму залежати від вашої роботи і роботи державних виконавців. Якщо така служба на сьогоднішній день існує і вона продуктивна, ми дякуємо вам за розмову і зустріч. Спасибо. Успіху вам, до побачення. Всього доброго.